Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим Besage. Это такой конструктор. При помощи инженерной мысли мы будем проходить различные уровни. И как бы создавать самые невероятные машины. На самом деле это первый запуск. Я вам только на ютубе посмотрел слегка, что и как работает. Но не особо я, например, знаю, что сейчас делаю, но, допустим, по старым чертежам можно что-то и такое создать, да? Хорошо. Ясно. Ну что ж. Старт? Нет? Ну блин. Хорошо. Next zone. Ну ладно. Так. Мне надо его поставить на пол. Какое тут у нас есть, имеется вооружение? У нас должно... Ух ты, куча механических всяких приблуд. А по вооружению что есть? Нихера себе. Пушка есть. Бомбы есть. Давайте пушку поставим. А, не попадет, наверное. Да ладно, сейчас все решим. Чё переживать-то? Какой кнопкой стрельба? На С, да? Ну. Так. А неуправляемая пока что. Ага, ну вообще неуправляемая. Понятно. Хотя не, нормально. Комплит. Так. Чё теперь? Теперь нам надо добраться туда. Как бы это все оформить-то так? Ну, для начала, я думаю, надо создать каким-то образом управляемое транспортное средство. То есть... А, вот так это делать. Сюда. Так, так. Убираем эту херню. Это ведь оно? Ну, вроде оно. Так, ну тогда ставим еще один блок. Убираем вот эти. Ставим сюда. Вот такие вот приблуды. А чё они в разные стороны? Ну ладно, я думаю, это не проблема. И сюда прихерачиваем колёсико. Ну чё, теперь оно управляемое, нет? Что за говно? Ладно, отставить. Еще раз. Ну, оно, по крайней мере, едет. Я думаю, его можно укрепить. Ой, что-то оно как-то неуверенно едет. Тихо. Так. Спокойно. Не надо нервничать. Так, наводка есть? Пока нет.
сейчас будет. Так, так. Мимо. Жаль. Ну ладно, придется объезжать. А получится ли? Вряд ли. Да заставим, ёпта. Главное, бомбу не зацепить. О! Управляемое транспортное средство. Это охуенно. Так. Дестрой. Угу. То есть, одной пушкой, я чувствую, не отделаюсь, да? Сейчас проверим. А какого хрена у меня поотваливались колеса? А ну-ка, еще раз. Хорошо. Это сработало. Я думаю, стоит объехать это дерьмо. Мы его вроде как дестроянули. Так. А теперь надо задестроянуть еще вот тот домик. Ой, блядь, поломал. Ну ладно, мы должны. Мы должны. Что там? Что там произошло? Нет, судя по всему, нет. Надо укрепить конструкцию. Есть тут какой-то... Брейст. Есть тут что-то такое под... Что это такое вообще? А, ну да, в принципе, вот это подойдет. Так. И вот так вот. Я думаю, это неплохая, в принципе, задумка. Угу. Так. Хорошо. По идее, оно не должно развалиться. Ой, да хер его знает. Сейчас проверим. Так, это стало. Это стало. Хорошо. Машинка стала покрепче, однозначно. Конечно, я бы рессоры поднял повыше, но посмотрим. Пока в этом нету необходимости. Так, йоло. Хорошо, этих вроде задестроили. Не ломается она там, нет? Так, что тут, как у нас с колесами? О! Вот это уже наша машина. Хорошо. Управляемая. Вроде как безопасная. На нахуй. А, теперь еще надо мельницу развалить. Как это сделать? Ну, явно не так. Ладно. Так, слышь, мне обязательно валить эту стену? А, так ее не обязательно валить. Ну так и все, чё, какие вопросы, ты да ёпанама. Ой, не, парни, вам меня не достать. Ни в этой жизни.
Так они сами себя захерачили. Красавцы. Так. Управляемая машина. Здорово. Чудо инженерной техники. Сука, поворачивай. О, господи, блядь, Иисусе. Аккуратненько. 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 Хорошо. Надо еще бронелист поставить. Наперед. Эк. Эк. Приготовились. Не, херня, еще не приготовились. Вот как-то так вроде. Давай. От сука. Даже не попаду, мне надо выехать немножко на эту горку. Короче. Ну нормально. Машина управляемая. Причем управляемая. Уебать. Ладно. Это экспериментальный образец, все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Девяносто процентов от всех. Чё-то надо больше оружия. Чё тут есть? Давайте посмотрим по механике. Так. Давайте поставим, может. Может вот эти колеса, не? От повозки. Или ларджи. Ларджи повеселее, я думаю, будет. А оно сюда в обод влезет. Да, по идее должно. Ну чё, будем создавать потихоньку свою машину смерти. Так. Как это делается? Вот так это делается. Так. Надеюсь, эти мудаки меня не подожгут. Ибо у меня вся конструкция деревянная, это не очень хорошо. Как это делать? Вот так вот, да? Ой, мне бы армора. Бронированных листов. Не знаю, чем это мне поможет. А восьмая машина станет крепче. Давайте ее забронируем. Почему бы и нет? Это ж все-таки боевая машина. Япономать. Внутри будем бронировать? Конечно же. Конечно же. Что за глупости? Что за глупые вопросы? Так, ну вроде забронировал. А нет. Нет. Так вот. И вот так вот. Днище. Днище бронировать не буду. А есть какое-то оружие по массовому поражению, не? Бомба есть. Огнемет. Кернан. Это этот самый, как он, дробь, что ли? Это что? О, это шипчики. Дрели, ёпт. Ну, я думаю, конструкция развалится. А это что? Пилы.
Бля, охереть. А тут же ж по весу оно никак вроде не ограничивается. Давайте пилу возьмем. О, не пилы, а эти. Ножи. Так. Вместо пушки я, наверное, огнемет поставлю. Им все равно целиться нельзя. Хоть будет тут курсовым, что ли. А, его нельзя поставить так. Черт, это плохо. Так а что нельзя-то? Сейчас поставим два штуки. Ну, два курсовых огнемета. Нормально. Тогда можно и пушку вернуть, в принципе. Или нет? Лучше картечницу. Курсовая картечница. Плюс еще то, что у меня машина управляема, но надо ее управлять поаккуратнее. Картечница на С, огнеметы на W. Ой, не знаю, ой, не знаю. Ну что? Надо как-то скорости поубавить, наверное, да? А? Жесть! Вы мне колесо открутили, мрази! Ой, все, короче. Месть моя будет страшнее... Не знаю даже чего, еще пока не придумал. Как стреляет картечница? Хорошо стреляет картечница, но у меня больше нету колес. Да. Херово дело. Ладно. А может попробуем со старта им туда? Ага. Не сработало. Ага. Так я сам, получается, сгорел. Ау. Машина прошла испытание успешно. Что мне надо сделать? Докатить туда... Эту херню? Ну ладно, давайте тогда берем функциональные части для убийства всего сущего. Тут, думаю, броню можно тоже по... Ой, блин. Вот, интересно, Alt-Z работает? Да, все работает. Броню поубираем сейчас. Колеса, я думаю, можно полегче поставить, чтобы она сейчас неуправляемая будет. Но в основном машина испытания прошла успешно. Такс. И вот такс. Давайте посмотрим, как у нее с поворотами. Да, не очень, надо колеса меньше ставить. Ой, говно, говно. Ну ладно. Слышь, интересно, что если вот эти вот штуки поставить? Тейк, тейк, тейк. И картечницу надо убрать, а то она какая-то... Ну, типа, она нормальная, но... Но она, я чувствую, только на близком расстоянии работает. Ой, так подожди, это ж... Подгусеничный транспорт, по идее, да? Охереть. Да, реально, это ж можно гусеничный транспорт создать. Это какие-то маленькие колеса. Знаете, вот эти вот, как подвозик. Нормально. Надеюсь, они выдержат эту конструкцию. Уберем эту сраную пушку. Поставим сюда обычную. Ядерную. Ядерную.
ага, мне тут рассказывают, как это надо укреплять мои машины. Ну, спасибо, я уже разобрался. Ой, все. Так, проверяем. А ехать ты будешь? А не будет ехать. Оно на таких колесах не ездит. Ладно. Возвращаемся к исходнику. Соответственно, возвращаемся к первоначальным колесам. Вот к этим. Они вроде нормально себя чувствовали на этих позициях. Такс. Ну чё, как машина? Вроде норм. Тик. Не, что-то как-то кривовато. Поиграем, я чувствую, сейчас в бильярд. Ну, если это то, чего от меня хотят. Да? Вроде то. Только мне теперь нужно это, вот эту сбить и туда докатить. А как мне это сделать? Ха, не знаю пока. Есть, конечно, небольшой вариант. Высоты мне должно хватить, по идее. Сейчас мы соорудим небольшую рампу. Слышь, а вот это вот что такое? Хайдж. И управлять-то как-то можно? Или она неуправляема вообще? Не, она вообще неуправляема. Жаль. А вот это что? Что это вообще такое? Как это работает? Да тоже что-то как-то не ахти работает, по правде говоря. Блин, вот были бы реально такие приспособления, чтобы можно было регулировать высоту посадки. Черт. Может, это механизм где-то? Декоплер. Ну, декоплер это, если я не ошибаюсь, для того, чтобы отцеплять. Сейчас проверим. Ну, то, например, вот эту херню сюда поставим, наверное. Сука, я не посмотрел, какой кнопкой. Декоплер на L, а эта херня на H. Ну, йоло. H, L, H. Кстати, не дурно. Это же я могу пушку туда поставить. А тот шарик я, в принципе, и так допихаю. Хм. Неплохо. Значит, убираем нахер этот декоплер. Ставим сюда смертоносное орудие. Смерти. Любому. Вот. Я думаю, этого достаточно. А ту херню мы допинаем. Так, как она там работает? Аж, да? Не аж. Сука, я забыл. Как работает сраный пистон? Инф. Аж. Спасибо. Чё-то он не работает. Нет? Или может там обязательно надо было декоплер ставить? Или может просто вес слишком большой? Судя по всему,
Давай тогда паркуем этот декоплер. Может, это в нем, конечно, вся суть. Но я что-то сомневаюсь. Вот. И пушку сюда мне. Пистон на H. Это херня на L. Стоп, это не L, это J. J. H. А, ну все правильно. Декоплер работает как надо. Он отсоединяет какой-то блок. Все хорошо. Так. Тогда давай пробовать. H. Хорошо. Должно сработать. Так, поворот. Не, нихера. А как-то... Как-то это все по-умному надо сделать. Так. 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 Хорошо. Теперечек. МТС, успокойся. Чё ты дерзкий такой? Три смс-ки. Ой, блядь, иди в жопу. Всё. Нет никого дома. Так. Бэм. Есть. Джей. Десантируй эту херню. Хорошо. Теперь. Погнали, поработаем немножко бульдозером. Надо поаккуратней тут зайти будет. Так. Так. Yes. Хорошо. Изи. Охеренная машина получилась. Next zone. Задестроить вот ту херню, да? А мне высоты хватит? Сейчас проверим заодно. Хватит ли мне высоты? Ах ты мразота! А он еще в меня... Она в меня стреляет! Аж? Мне не хватит, сука! Не хватит! Ты посмотри на эту херню, она меня спалила! Надо высоты! Надо высоты. Ой, я придумал, кажется. Так, убираем эту херню. Ставим еще один пистон. Поверх этого. Или даже два. Перебор будет, наверное. В принципе, тут нам рулить не надо. Или надо? Сейчас посмотрим. Не надо. Надо слегка подрулить. Сейчас посмотрим, высоты хватит. Опа-на. Этот пистон не срабатывает. Вот в чем дилемма-то. Ясно. Хорошо. Вернее, очень плохо. Что он не срабатывает. Давайте тогда тут ставим твердую платформу. Затем на нее ставим один пистон. Или даже лучше двойную твердую платформу. Ибо нам нужна высота. Вот как-то так. И... Ставим сюда один пистон. Так. И у него ружбайку.
Так. Высоты, по идее, должно хватить. Аж. Все равно не хватает. Еще немножко выше. Лады. Благо, высоты у нас по ограничениям хватает. Так, ну тогда давай. Ставим еще один двойной такой вот блок. А, двойной блок, ёпть. Вот так вот. На него, соответственно, один пистон и пушку. Хотя, можно было бы и катапульту создать. Ну, в жопу эту катапульту. Что-то она как-то страшная получается. Я думаю, оно не выдержит. Надо его скрепить. Чем его скрепить? Где-то тут были такие блочки небольшие. Ой, тут даже что-то летательное можно создать. Япона, мать. Не, ну летательное это, я думаю, слишком сложно. Пока что. Ну, в принципе, надо будет поэкспериментировать. Ага, вот это вот. Так. Ну, для начала ко второй. Я думаю, через две крепления хватит. Ну, нормально. Вроде норм. Может, еще сзади скрепить? Да, я думаю, да. Одно крепление явно не помешает. Чтобы оно не оторвалось при выстреле. Так. Ну, как оно едет? Вроде да. Тут бы, конечно, шоссейную базу удлинить. Потому что она слегка неустойчива. Ну, даже не слегка. Она нормально неустойчива. Да, давайте так и сделаем. Так. 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 Хорошо. Теперь, по идее, шоссейной базой все нормально. Все равно слегка неустойчиво, потому что веса не хватает на жопе. Каких-то утяжелителей тут нету. Что это такое? О, балласт. Это как раз то, что нам вроде бы нужно, да? Крутиться вообще будет? Да ё-моё, ты будешь ставиться или нет? Так. И так. Ой, хорошо. Машина вроде забалансена. Пушки может не хватить. Высоты. Давайте попробуем, чё. Не доехал. И она сгорает, к чёртовой матери. Надо подобраться вплотную. Ну, подберусь я вплотную, и чё? Может, план капкан? Ну, попробуем. Хотя, какой смысл? А я попробуем план капкан.
Как-то... Как бы это соорудить так? Так. Я где-то тут видел эти плавающие блоки. Вот это декоплеры. Где-то тут. Вот, huge петля. Так, да? На неё. А, на неё как-то надо... поставить рамку. Да, рамка немножко большая, но в принципе вроде бы то, что нужно. Так, и где-то тут должны быть вот пружины. А какой кнопкой? Это хорошо, то есть кнопка L. Ну давайте попробуем. Ой, что-то оно как-то слишком загнулось. Сейчас попробуем. А, оно разорвет. Слишком большая стрела. Или надо просто поставить здесь к ней опору. Ой. Пардон. Да ёб твою мать, что так неудобно-то ставишься? О. Так, хорошо. О, по-моему, все работает как надо. Так. Ну лады. Теперь как бы... Что это такое? Это походу то, что мне нужно. Но я думаю, то, что я сюда положу, оно выпадет. Сейчас проверю. Камень, например, да? А, он даже сюда не встает. От сука. А, вот, вот такая вот херня мне нужна. Так, вот это вот убираем. Все, хорош. Камень. Так. Ну-ка. Маловато подъемной силы, мне кажется. Надо либо стрелу побольше делать, ну и пружин надо бы добавить, в принципе. Где-то механика. Ой, так, секундочку. Так. Так, пружин стало побольше в два раза. Это должно зарешать ситуацию. Так. Перебор. С пружинами тут перебор. Уже. Тут уже колено не выдержало.
Так, ладно. Ну а три нормально? Ну, оно вроде неплохо, да? Давайте еще раз. Ну это предельное. Видите, там уже аж стрела прогибается в говнину. А мне по-любому надо подобраться поближе. Потому что если я построю механизм побольше, мне не хватит размаха. Я не смогу такую длинную стрелу поставить. Опа-на, так подождите, мне еще и баланса не хватает при этом, да? Это как понимать вообще? Когда оно дает оттугу, отрывается переднее колесо. Че, утяжелители на них повесить, что ли? Дурацкая затея. Давайте попробуем подъехать поближе. А какой кнопкой эти пружины сматывать? Элкой. Не долетело. Ближе. Так, 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 так. Давай! Еще мало, да ёб твою мать. Ладно. Давай впритул. Yes! Хорошо. Хорошо. Дестройнуть 40%. Давай посмотрим, что сделает моя катапульта. Ага, слишком далеко. Моя катапульта не стреляет на такие дистанции. Так. Да ёб твою мать. Так стене поебать, что ли? Так давайте-ка снаряд тогда заменим, чё? Тут я бомбы где-то видел. О! Блин. Угу, то есть 100%-ый взрыв. Ясно. Херово дело. Хотя мне, в принципе, не надо так, чтобы оно сильно опускалось. Давайте попробуем. Хорошо. Тяги, конечно, не будет такой, как надо, но ладно. Изи. Дестрой 90%. А пушка не выстрелит у меня? Выстрелит. Черт. Ясно. Сюда катапульта не подходит однозначно. Хотя если сразу выстрелить, то может и получится. Давай. Колеса-то еще хоть на месте? Не, не совсем. А нет, все нормально. Она еще на ходу. Моя адовая машина еще на ходу. Хватит меня обстреливать, мудаки сраные. О, господи, я сейчас вас давить поеду. Вы меня достали. Я ваши сраные юрты
вертел. Хватит там стрелять! Ага, одно колесо отвалилось. Это печально. Но я думаю, мы доедем. Мы должны. Мы вынуждены. Хорошо. Катапульта решает все на самом деле. Но я думаю, это тоже вообще на изи будет. Или надо камень взять. Так, подъехали. Пружины. Ну, почти. А чё, ветром сдуло, что ли? Не понял. А ну еще раз. Ага. Может, просто немножко поближе, да? Не, чё-то как-то странно оно работает. Вот так вот вообще оно летит почти тупо прямо. Ага, вот так тоже. Ясно, короче, убираем бомбу. Убираем бомбу. Убираем вот эту вот опору лишнюю. А вот это вот что за ядро? Flaming Ball. Давайте им попробуем. Чё бы не. Ясно. Это по людям. Блин, баланса никакого. Тихо. А что? Что произошло? Ясно. Тут это не сработает. Тут надо что-то поопаснее строить. Даже пока еще не придумал, что. Может, стрелу удлиню. Посмотрим. Ой. Но если я удлиню стрелу, мне не хватит, собственно, рычага. Или он просто развалится. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Давайте сохраним. Это ж так работает, да? Я не знаю. Горец. Будешь горд. Да, горец сохранился. В принципе, колесная база тут охеренная. Вот. Даже если надо будет быстро создать управляемую машину, можно просто от горца вот катапульту убрать и норм. Ой, нормально. Ой, короче. Что-то я заигрался, на самом деле. Но мы как-то так пронеслись заметно по зонам. Ну, мне так кажется, да? Было весело, на самом деле, дорогие друзья. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Марс. Если вы хотите прохождение этой игрушки, ну, я, наверное, буду поигрывать в нее, почему бы и нет. Оставляйте свои комментарии, мнения. Всегда приятно послушать еще чье-то мнение, кроме своего собственного, разумеется. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.